У нас еще существует творческое объединение «Вдохновение». Это творческое объединение творческих людей. Там входят и психологи, и вот там подойдут еще позже тоже входящие в эту группу, и другие люди, которые обмениваются идеями, взаимно там вдохновляют друг друга, проводят какие-то мероприятия, и там вот такое середовище украинской мовы существует, чтобы вы знали. Если кто-то из вас, да, стремится попасть в это середовище, пожалуйста, двери открыты, мы всегда за кооперацию, сотрудничество, считаем, что это гораздо лучше, чем, знаете, толкаться локтями, там, не знаю, бояться, что кто-то выйдет вперед, да, и так далее, что что-то такое страшное случится. Я считаю, что мы только группой можем, но эффективными, только кооперацией.